Sure, I don't. Тут не колбаем. Я голодная. Никого нету. Угу. Продолжаем. Ну, со звонком мне уже больше нравится. Что? Я слышу, что вот здесь кто-то живет. Из четырех квартир сам последний сюда добрались. Здравствуйте. Чахляк есть? Есть, наверное. Да. Ну, так, посмотри в полке снизу, есть хлеб вообще. Тут живут все, кто нам нужен. Куда идти-то? Ну, вон, там, помнишь, молодежь заходила? Давай. Видишь, с ними можно сразу. Угу. Такие будут чуры. Ну. Что появилось? Если бы ты надо выжить, вся твоя семья проснулась полушиться. Да. Готов? Да. Ну что, там не орёшь, что ли? Куда пойдем? Первый. Звонок не работает. Сразу постучать надо. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами познакомиться пришли. Нет, извините, мне не познакомиться. Можно лучше пойдем? Пойдем. Мы же найдем хлеб? Конечно. Это странно, но я чувствую прилив сил. Да, я тоже. А то у меня такой отток был. Какой-то, как будто бы вампир какие-то. Бабе Нине кушать пойдем или еще рано? Да я не хочу пойти. В Москве там туська. Кто-то, у кого ковры убирается. Да, к ней можно легко. Да? Конечно. Пойдем. Пойдем. Надо только мне ботинки переодеть. Зачем? Так иди. Вот. Здравствуйте, это соседи. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что потревожили вас. Ничего. А это вас... Михаил, а я Лилия. Очень мы с пятого этажа. У вас найдется хлеба немного. Надо было сказать секретно прочь, что мы сыновья Любы. А, она ушла, да? Вернется? Да.
А я уже паниковать начала. Она вот так вот сделала. Да. Типа, это что-то новенькое. Ага. Немножко вскипишим этот подъезд, да? Тут вот все. Да, че. Пусть обсуждают все на лавочке нас. Угу. Как думаешь, что в этот раз учредит твоя семейка? Уже ментов сразу вызовет? Да нет. Я думаю, что она посмотрит со стороны. Да. Ребят, вот я только полбуханки сегодня купил, вот она вообще разрезала. А спасибо вам большое. Да, если вам больше понадобится нет. какая-нибудь молодая помощь, мы на 5-м этаже, 18-й квартире. Спасибо. Вам мало, наверное. Но да нам хватит. Больше нет, я себе тоже оставила. Спасибо. Спасибо вам, очень приятно. А как вас именовать? Именовать тетя Тамара. Тетя Тамара, очень приятно. Как мою бабушку? Да, есть Ряба и Мурка, еще нас называют, пойдем. Все. Бабушка. Спасибо тебе, Тамара моя дорогая. Какая это квартира? Давай посмотрим вот здесь вот. Какая-то... Ну, здесь...